Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Она вышла. Защищаемый физический биоробот с защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Екатерину в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Екатерины поднимайся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Мы на месте. Хорошо. Мы приветствуем Екатерину. Интересуемся, готова ли она к проверке. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Да, готова. Доверит. Хорошо. И я даю команду на счет 3. Сканер начинает сканировать пространство над головой Екатерины, под ногами. Таких тел Екатерины находит все. Ни один канал. Снимаются все маски и голограммы. Все в клетке предстают согласно своему эфирному коду ДНК. Кто у нас там? Я бы сказала, это фантом чей-то белый. Фантом. От этого фантома выстраивается канал к ответственному, связанному с этим фантомом, и притягиваю его в клетку-тюрьму. 1, 2, 3. Где бы он ни находился, притягиваю по ДНК в клетку-тюрьму. Ответственного становится моим заложником. Кто там убежал? Воронка. Воронка. От воронки выстраивается канал к ответственному. 1, 2, 3. И притягиваю ответственность с этой воронки в клетку-тюрьму. Становится моим заложником. 1, 2, 3. Да, будет так, а так и есть. Но он опять возвращается к фантому. Это как фантом женщины. Хорошо, притягивает этот фантом женщины. 1, 2, 3. Да, будет так, а так и есть. Ответственный за этот фантом, тот, кому он принадлежит, появляется в клетке-тюрьме. Она говорит, я хочу уйти. Никуда ты не уйдешь, ты уже пришла. Кто ты такая и почему ты здесь находишься? Еще выход. Имя свое назови. Ты неупокоенная душа? Да. Как тебя зовут? Елена. Елена. Елена, когда ты вошла в это биополе? Вошла и жду. Ты специально вошла для того, чтобы найти, что мы тебя нашли? Да. Хорошо, когда ты вошла? 5 дней. 5 дней назад. Откуда ты узнала, что мы можем открыть тебе портал? Сказали. Привели. Хорошо. Расскажи о себе пару слов, я тебя отпущу в светлый мир, в чистилище. Когда, как давно ты ушла из этой жизни, в этом воплощении на Земле? Умерла в больнице. Когда? В 1975 году. И с этого времени, Елена, ты не могла уйти из матрицы Земли? Сперва не хотела. Сначала тебе было интересно, а потом возможность пропала, да? Неинтересно. Было раздвоение. Часть ушла, часть осталась. Понятно. С какого времени ты испытывала дискомфорт? Когда ты захотела назад? Сразу. Первые 2 недели. Искала выход возвращения в тело. И в земную жизнь. Потом? Тебе не открылся зрак? Потом я поняла, что это уже не принадлежу я этому миру. Хорошо, и как ты скиталась эти 50 лет? Где ты была? Где ты жила? Чем ты питалась? Энергиями питалась, подпитывалась. И искала выхода? Хорошо, Елена, я не хочу тебя больше мучить. Она показывает разные квартиры, где она жила, и... Она показывает тонкий план этих квартир с воронками, с порталами, с подселенцами. Понятно. И она через них переходила тоже. Кем-то по энергии она не подходила, постоянно меняла место. И так 50 лет. Это почти. Это очень тяжело, Елена, я так считаю. Хорошо, я буду тебя отпускать. Ты хочешь уйти в светлый портал, в чистилище? Именно для этого я здесь. Хорошо. И на счет 3 открываю светлый портал в чистилище. 1, 2, 3. Да, будет так, а так и есть.
Елену встречают ее кураторы, друзья, родственники. Все, кто ее знал и любил, встречают ее по другую сторону портала. Елена уходит, мы желаем всего наилучшего. Она говорит, если... Да. Если ангел не приходит за тобой, тогда ты находишь его, чтобы уйти. Благодарю тебя за это пояснение. Я тебе желаю, Елена, всего наилучшего в новой жизни. Ты нашла ангела, он тебе открыл дверь. Начинаю новую жизнь. Желаю тебе всего наилучшего в ней. Она благодарит. Всего доброго. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Всегда неупокойные души задеваются страшной силой. Хорошо, Верочка, считай, пожалуйста, какое количество энергии, какая частота вибрации у Екатерины сейчас? 84. И? 16. Но она у нее не отсасывала энергию. Хорошо, это уже хорошо. И сколько ей нужно, посмотри, пожалуйста. 320 и 26. И 26. Видно, человек работает над собой за качество энергиями. Все правильно, молодец. И на 4 в макушку головы Екатерины начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 320% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потоков усиливается. Частота вибрации поднимается до 26 Гц. Пошел подъем. У нее канал еще идет от неупокоенной души. Хорошо, я даю команду на счет 3, Елена, сделать импульс высоковибрационного шокового удара и сожжет этот канал силой своего намерения. 1, 2, 3, удар. Сжигается канал, отлетает. Готово. Получилось у нее? Получилось, да, воронка у нас еще. Хорошо, и канал улетает к воронке, в клетку-тюрьму. Открываю под каналом и воронкой портал в галактическое ядро, и воронка вместе с каналом, и все остальное, все наночастицы улетают на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Заправилась она? Да. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Екатерина, мы вас сейчас проверили. Вы были чистая. Это неупокоенная душа, которая пришла. Она действительно имеет больше отношения к нам, чем к вам. Такие души к нам часто приходят. Они знают как-то, что мы можем открыть им этот портал, мы им открываем, и поэтому я не могу вам сказать, что вы плохо работали в это время. Вы заправлялись энергиями, делаете все правильно, поддерживаете этот ритмус, наполняете себя энергиями, наполняете все вокруг себя этими светлыми энергиями и заряжаете кота. Подожди. Этими... Да. Она проводник. Екатерина? У нее определенный свет есть, который неупокоенные души видят. А, вот как. И они ее используют для того, чтобы... Перейти. Хорошо, Екатерина, если вдруг случится такая ситуация, в любое время обращайтесь к нам, мы, безусловно, она проверим. Она сама вас. Может это делать, ей не зря дан этот свет. Вот как. А еще лучше. Екатерина, вы слышали процедуру, как я это делаю? Точно так же вы, как проводник, можете открывать этот портал, если вы чувствуете, что неупокоенная душа находится в вас. Правда, я не знаю, как она может это почувствовать или увидеть. То открывайте ей портал. И потом закрывайте. Она говорит, интересно. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Екатерины в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Эти души будут приходить к ней еще. Ей надо научиться открывать им портал. Пусть установит контакт со своим куратором, он ей поможет и объяснит, как это сделать. Это миссия уже, которая у нее есть, и если есть миссия, есть и помощник.
Я вижу эти энергии в ней, которые они видят. Как они выглядят? Они выглядят как вибрация определенного света, такого белого цвета. Хорошо. Но он белый, не просто белый, он как наэлектризованный белый. Понятно, они могут видеть этот наэлектризованный белый свет и приходить к ней. И сердечные чакры, он у нее, этот свет. Хорошо. Готов. И отключайся от объекта и перемещайся в свою комнату диагностики. Да, я на месте.